Всем привет, ребят! Продолжаем прохождение кошмара. Кошмарка 5.2 у нас сегодня, если я не ошибаюсь, 5.1. Прошли мы, давайте потрешуем на 5.2. Так, сейчас я беру, поставлю ей оживу. Сделаем вот так, поставим ангела. Почему ангела, еще раз объясняю. Для тех, кто новенький, либо для тех, кто в танке. Тыковку выпускаете первой, если у вас берст там не восьмой, даже там второй, третий, четвертый, башни будут ее заряжать. Так, берем тыкву. Кого возьмем еще? Давайте возьмем... давайте потестируем смерть. Вот смерть с богом войны у нас есть. На урон собрано. Поставим ей. Тут даже никого в основном ставить. Так, давайте вот так вот поставим. Сейчас разные варианты. Я потестирую. Купидона берем однозначно. На Купидона тоже ставим. Оживу. Одержимого давайте возьмем. Пусть будет. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, одера не надо. Попробуем со смертью пройти. Я не знаю, какая там подземочка. Сейчас посмотрим. Разные потом варианты. Хранителя. Так, хранитель. Рунами тоже поставим ему оживу. Так, седна. Ну, в принципе, друида берем. Для отхила. Так, повелителя бури. Ну, смысла от него, в принципе, его смысла нет брать. Давайте возьмем кого-то попроще. Вот я героя подкачал под эволюцию. Ну, Махатма. Валька, смысла нет. Даже не знаю, кого взять. Ну, давайте возьмем дерево. Дерево. Одержимого возьмем, пусть будет одержимый. Посмотрим, что за подземка, и потом поменяем состав. Так, вот так вот. Вот такой у нас будет составчик. Магия, как обычно. Я всегда вам говорил, какую магию. Урон. Ангела. Ускорялку. Вот так. Юнитов я не нанимаю. Если вы в гильдии, вы можете взять еще гильдийскую магию. Так. Кошмарка 5.2. Поехали, посмотрим. Ну, тут на черепе в основном всегда разгоняются. Вот так вот на черепе. Можно стартануть, кстати, с тыковки. Заморозить здесь башенки. То есть такой вариант. Как видите, у меня здесь есть смерть. Чем она хороша? Она офигенно дамажит. Если у вас нету Анубиса, смерть вам вполне поможет. Ну, вот видите, благодаря разгону, в принципе, мы это все прошли сразу же на 3 звезды. Есть у вас также одержимый. Многие на черепе стараются разогнаться. Как бы я беру одера для того, чтобы черепов убивать. Он снимает скилл черепа. Также можно взять сюда, там, допустим, вместо феникса поставить вот его единорога. Он тоже снимает баф. То есть такой вариант есть. Давайте уберем. Поставим бога грома. Попробуем немножко другой вариант. Так, бога грома возьмем. Одержимого. Уберем, поставим. Кого-то простенького поставим. Бульдозера поставим. Так, бульдозер у нас будет. И друид. Вот такой вот вариант. То есть у нас некем сейчас снять баф. Сейчас попробуем через тыковку разогнаться. Тот же самый вариант будет. Самое главное, чтобы у нас череп. Так, это уже следующее.
То есть вариант разгона на черепе. Блин. Кидаете раз, два. Можете, в принципе, башни заморозить, выпустить тыковку и выпустить всех остальных. Можно черепа заморозить. Видите, сейчас вот они на черепе держатся, и смерть, соответственно, там. Ну, тут, конечно, у нас не получилось, мы быстрее убили, потому что у меня герои тут более прокачаны. Ну, то есть такой вариант разгона есть. Ну, с такими героями можно, в принципе, и сбоку попробовать. Это не особо сложная подземка, тут не особо много героев. Давайте сейчас просто попробуем. Единственное, что надо вам обязательно качать магию. Без магии дальше вам будет сложно. Можно вот сбоку попробовать зайти. Например, вот отсюда. Раз, два, начиная с тыковки. Выпустить всех. Ускорялка. Ну, видите, без проблем сливают и так. Единственное, вот видите, черепа резаются, бывает и проблемно. Ну, тут опять же, все зависит от того, насколько вы качаете буферов. Если у вас прокачана тыковка на там девятку, десятку, у вас проблем никаких не будет. Плюс купидон этого вполне хватает. Берете с собой там несколько героев интересных, и этого хватит. Вот давайте такой вариант уберем отсюда смерть. Давайте просто гарнизон сейчас выставим вместе с тыковкой. Конечно, по дамагу они ничего не смогут сделать, но попробуем через черепа забежать ради интереса. Так, давайте возьмем кого? Возьмем ангела. Так, это немножко не тот ангел, который нам нужен. Так, вот он. Вот у меня с разбросиком ангел есть такой. Ну, поставим оживу. Так, есть. Дальше. Тыковка берсовая остается. Поставим нашу имба-бочку. Ради интереса попробуем ее танкануть. Почему бы и нет. Давайте так сделаем. Имба-бочка есть. Дальше. Ну, сейчас будет смешно, если гарнизон будет тащить пятую кошмарку. Так, ставим такого вот шамана. Так, он у нас тоже с разбросом. Ну, давайте так, чтобы их не особо там убивали, поставим так. Так, вместо ворожея. Вместо ворожая давайте, кстати, льдышку попробуем. Почему мы лед возьмем? Потому что он хорошо у нас всех заморозит. Так, отлично. Вот такой вот лед, ремка. И воодушевление для быстрого набора будет. Можно было бы, конечно, оживу ему поставить. Так, ну вроде все. Всех собрали. Поехали наебать подземку дальше. Посмотрим, как сейчас зайдет. Возможно, и дальше будем им бегать. Так. Ну давайте опять же с черепа попробуем. Бочка у нас, в принципе, должна танчить. Вот видите, я сейчас не с тыковки начал, и у меня нету такого разгона. Вот сейчас только разогнались. Ну, сейчас попробуем. Конечно, если повезет. Вот, смотрите, насколько лед их замедлил. Если видите, можно вот так вот ледом проходить. То есть он замедляет героев. Единственное, самое главное, чтобы они не имели бы цели, то есть герои, на которых они заагрились, были далеко. Вот смотрите, что делается. Это просто жесть, ребят. Но мы пришли, в принципе, на 50%. Конечно, у нас тут уже отхила нет. А там еще Арктика. Ну, 56%, то есть мы фактически прошли ее. То есть такой вариант, чем лед хорош, он замедляет классно.
Ну, это уже так, я уже показываю вам разные варианты. То есть, как видите, если у вас есть два баффера, можно даже гарнизонными бегать. Конечно, гарнизонные здесь вкачаны на десятку, там, понятно, таланты. Но это как бы не столь важно. У вас есть герои с эволюцией, как бы проблем нет. Давайте такой же вариант попробуем пробежать, начиная с тыковки. Тыковка у меня сейчас без ангела. То есть на ней вот такой вот вариант. Ну, видите разгон, видите разницу в разгоне. Вот лед, опять же, смотрите, они все на черепе зависли. И все, просто налегке этот лед их замедлил. Вот смотрите, соответственно, что получается, просто жесть. Вот верхние герои, как видите, они тоже заагрены на лед. Он с воодушевлением. Вот смотрите, как 63%. Конечно, сейчас они добегут к леду и активируются. Единственный вариант, что смотритель сейчас долбанет и сольет их. Чуть-чуть не хватает. Вот бочка пошла. А тыковку у нас слили. Ну все, вся надежда только на смотрителя. Вот смотритель ударил. Бочка тащит. Бочки все пофиг. Вот она, действительно имба. Так, ну давай, 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 бочка затащи. Не, не затащит. Ну, 64%. То есть стековки, как видите, более интересно разгон получать. То есть вариантов для прохождения очень много, если у вас есть два прокачанных баффера. Я не говорю там на 12-12, у меня не 12, я специально не качаю пока. Подземки прохожу, ну, без проблем. Давайте еще какой вариант, какие героев можно сюда использовать. Ну, донатными, думаю, Минотавр. Ставите Минотавра сюда. Делаете то же самое. Идете к черепу. Вот череп. Раз, два. Начиная с тыковки. Всех выпустили. Минотавру дали раз. Вот тут опять же лед. Видите, второй раз. 84%. Ну и все. Тут уже никаких вопросов даже не должно быть. Вот третий раз ударил. Такой вариант. Можно брать сюда Вальку шапку попробовать. Ну, это для тех, у кого есть шапка. У меня она просто не прокачанная. Берете Вальку, она дает плюс Купидон. Думаю, мы это дальше я вам покажу. То есть такой вариант есть. Ну, в принципе, ничего сложного в этой подземке просто нет. Если у вас есть прокачанные пару героев, вы ее пройдете налегке. Как видели, я гарнизонными прошел. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Не забывайте, видосы участвуют в акциях, что вам нужно сделать. Под видосом поставить постик, оставить. И, в принципе, у вас будет шанс. Все, всем удачи, всем пока.